нее своя комната. Да, отдельная своя отдельная. Комната. Комната. Да. Отдельное спальное место, да. Да? Письменный стол для занятий, да, есть. Да. Место для отдыха и досуга есть. В день работы Кабинета правовой помощи несовершеннолетним детям и их родителям в МВД России по Солнечногорскому району обратились 3 жителя Солнечногорска со своими несовершеннолетними детьми и 3 родителей, состоявших на профилактическом учете неблагополучных семей. Им был разъяснен порядок снятия с профилактического учета в основном, так как дети были поставлены на учет за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, либо за употребление спиртсодержащей продукции. Считаю, что данные подростки, возможно, в скором времени будут сняты с учета, потому что они меняемые, прислушиваются ко всем данным комментариям и хотят достигать каких-то новых целей. Также в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в Берсеневской коррекционной школе была проведена профилактическая беседа с несовершеннолетними детьми. В проведении данной беседы приняли участие сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, инспектора Государственной инспекции безопасности дорожного движения, сотрудники прокуратуры и представители комитета по народному образованию. С несовершеннолетними, находящимися в данном учреждении, проведена профилактическая беседа, разъяснены положения законодательства Российской Федерации, а также даны ответы на все вопросы. Оксана Федяшина, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».